Но мы продолжаем. Вот небольшой сигнальчик. Сейчас будем пробовать смотреть, что там запроливали. О! Что-то он разорался. Что-то недоволен чем-то. Сейчас проверим. Ну вот, одна бякушка. Вот эти хорошие. Они прям ядреные. Они мне нравятся. Вот и вот уже наковырял потихоньку, полегоньку. Друган у меня сбежал. У него там свои проблемы домашние. Ему их надо решать. Он так выбегает иногда. Когда время есть свободное чуть-чуть. А так я в основном один. Сколько раз говорил про тачку, тачка, тачка. Вот моя тачка. Как вам моя тачка? Груженая. Это наполовину она груженая. Вообще в ней по 200 килограмм возили. Вот она тачка. Советского Союза. Колеса не прокалываются вообще. О, развал схождения надо делать. Что-то, короче, ремонт ей надо. Ладно, поехали сдаваться. Копал, копал, решил заглянуть под бивети, под и забыл как звать, под топольники посмотреть. Рядовка тополевая. Они вот они тут как тут. Вон они какие дрененькие. Сейчас я их подсобираю здесь. Вот я забрел. Так забрел. Вот борозка. Вот она. Вон она куда тянется. Вот они все тут сидят. Вот они. И в эту сторону. Так, где вышло? О! 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 Вот они. И туда дальше пошли. Вот они. Понятно? Фу, и так далее. Вот такие маленькие есть. Красивые прям. Все, под листвой ничего не видно. Но я вижу. Вот. Вот они. Вот они. Вон они. В общем, надо внимательно быть. Смотреть, смотреть и смотреть. Где листва вздутая, там, возможно, и будет гриб. Вот они. Подтопольники. Красивые. Наверное, самый хитрый гриб. Да? Его не видать. Вот листья, вот грибы. Вон и сколько. Ну, ё-моё. А тут еще и грузди нарисовались. Вот они. Вот такая вот здесь грядочка образовалась. Натюрморт. Берем вот такие вот хорошенькие прям. Раз его туда. Вон уже сколько навалял скрипца. А что я сюда приперся-то? Я же тут душку потерял от очков. Даже не заметил как. Вот и пришел поискать душку. А где ты ее тут найдешь? Ее тут. Ой, не найти. Речка, вот она, Томь называется. Там тоже Томь, и там Томь, и тут Томь. Она тут везде Томь, тут другой нету. Сейчас ближе подойду.
тенечек залезу. Чьи-то колеса здесь остались. Чей туфля? Мой туфля. Что-то там сброс какой-то большой идет, что ли. Потом подойду, если не забуду. А тут вот так. Надо сделать фотки. Вот такой грузочек попался. Сейчас мы его скосим, посмотрим, что у него там. Опачки. Хороший грибочек. Пойдет. Что напоминает? Черепаха, не черепаха, точно черепаха. Гриб черепаха. Сюда полпакета уже есть. Вот так вот. Вот она, рядовка тополевая. В простонародье подтопольники. Растет вот в осинках. Клен, осины. Вот. Желтое все. Ему тут нравится. Вот так вот. Вот такая вот борозда у них. Вот. Начинается. Фу, сломал все. Вот они. И все. И выпуклость такая. Над поверхностью поднимает все. О, о, какая борозда. Если кто не знает, как растет. Вот, раскапываешь ниже. Вот, вот тут, вот, вот, вот они. Примерно как-то так. Вот, вот они. Срежем, посмотрим. Червивый не берем. А вот более-менее своему подрежем здесь все. О, пойдет. Вот такой грибочек. Только этот. Вырезать надо все. В общем, вырежется, и там не будет этих червоточин. Нет, тут будут. Все, мы его не берем, бортуем. Маленький уже червивый. Все, ну нафиг он такой нужен. А в принципе-то, да, их обрабатывать надо. Вырезать все лишнее. Вот он, пойдет. Вот пойдет. Этот тоже обрежется, наверное. Конечно, можно вырезать. А не, не пойдет. Все, иди сюда, всего один. Вот с этой кучки, может быть, могут быть все гнилые. Ну, сейчас будем собирать, смотреть. Вот она разбушевалась. Когда вода большая, тут тишина стоит. Речка, коммунарка. Попадает в тонь.
пожалуйста. Все готово для шашлыков. Домой. Вот такая здесь дурнина небольшая, но видно. Опа. Ну, ведро, наверное, не меньше.